Хей, йо, гайс, с вами Мишумки, мы продолжаем проходить игру под названием Far Cry 4. Короче, я думаю, зачем мне разрывать игру на... Ну, снова с перерывом делать. Я хочу уже ее допройти и начать Far Cry Primal проходить. Поэтому... Короче, как мы договаривались дальше, и пойдем. Так, задание. По уникальным вещам. Хотя могу так посмотреть. Все, все на месте. Разведка Чикори донесла, это сложный случай. Так, гвардейцы заняли стратегические позиции в ближайших горах. Незаметно устраните командира и заберите выше тон. Я не призрак, но готов. Аджай, супер. Я покажу на карте. Видишь? Ой, о, что так далеко? Чего так далеко? Я не боюсь. Так, я могу просто выехать сейчас на дорогу и потерять транспорт. Думаю, план хороший и замысел тоже. Так, там что? Там что-то громкое. Я поехал. Да, водил из меня просто отменный. Хорошо, что вам стало. Так, ладно, здесь я уже пешочком дойду. Желательно уже здесь начинать строить план подходу и зачистки. Мне бы идеально было бы там отстреливать их всех. Незаметно убейте командира. Нихера, я подумал, это чувак с мечом стоит. Он как будто, знаете, в доспехах. Ну, заметьте, туда все сбегутся. Фу, блядь, я подумал, это змея, я сейчас думаю, прыганет же. У нас труп. Перегруппируемся. Только живу в Кирате, что уж там. Найс. Теперь осталось вынести его. Надо сохранять бдительность. Моя преданность должна быть полной. Манать. Там еще чувак стоял. Я его даже не заметил. Ну, а уже попроще. Мне осталось просто дойти, да и все. Мне кажется, на картах я двигаюсь так же, как и просто без картов. Да какого черта? Вы что, издеваетесь? Какого черта? Алло?
Надо было в бочку выстрелить, чтобы он не заподозрил меня. Просто добежать там чуточку. 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 Нет, меня заметили. Ладно. Окей. В принципе, двигаются не так же. Поймайте убийцу! Быстро! Смотрим в оба! Найдите мне этого скота! Займу позицию сверху! Ну где? Не вижу! Принято. Найдите того, кто это сделал, и убейте! Что? Еще убитые! Я обнаружил еще трупы! Поиск прекратить! Но будьте начеку! Пулю не отгонь, я проверю. Надо убедиться, что все в порядке. Вот слоношопая макака. Ищите его. Переверните тут все. Что-то как-то он на одном месте стоит, тот чувак. Мне в натуре легче уже было их полностью всех убить, да и все. Как мне это сейчас могло вывести из себя, потому что он меня мог заметить. Он меня легко мог заметить. Ладно, побежали. Просто еще такая тупорылая позиция. Хотя я шел идеально, чтобы меня не заметили. В итоге меня заметили. Это, мне кажется, если... Хотя нет, если бы тело бросил, мне бы... Либо заметили бы все равно. Ну, просто до кустов мне там оставалось миллисекунды. Ну, миллисекунды и миллирасстояние. Маленькие-маленькие милечки-милечки. А в итоге... Не повезло, не фартануло. Так, мне нужен транспорт. Вот и транспорт. Короче, насчет того бага с... Ну, вы поняли. Я, как я говорил, я посмотрел, но... Боже, тратить свое время на то, чтобы этот баг выполнить... Сейчас
ситуацию. Короче, сейчас я объясню ситуацию, что там нужно. Мне нужно идти на... там карту. Ну, на локацию специально. С этой локации мне нужно будет через текстуры с помощью микротакси, вот того, где такая машинка маленькая. С помощью этой машинки заехать в склад... Вы помните склад, который мы заезжали? Ну, заходили в склад третий, номер три. Зайти в этот склад номер три. В этом складе номер три... В этом складе номер три есть этот. Как он называется? Если на машине заехать, выйти с машины, то ты пройдешь сквозь текстуры. Потом нужно встать правильно и ногами. Разбежаться, спрыгнуть, чтобы не упасть вниз и полететь вперед. И только тогда мы с вами сможем получить... этот вопросик. Но при этом мы умираем. Короче, как так. Груз... Аджай на связи. Мы потеряли груз по дороге, но знаем, где он. Высылаю координаты. Мне вызвать подкрепление? Нет, 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 нет. Не хочу, чтобы кто-то узнал, что я упустил груз. Я помогу. Короче, говоря, жопу. Я думаю, ради того, чтобы заполучить, нужно ли мне это? Не нужно. Ё-моё. Нужно отнести тело на базу как можно быстрее. Да, химические загрязнения это было. Атакуем быстро! Окей. Так, нигде, в принципе, не пиликает. Я не понял, где наш этот микро... Вот эта херня, короче, чтобы она пиликала, и я понимал, где мне собирать вещи. Так, подожди, мне нужно вниз ехать, или я могу просто на ту сторону перелететь? Ой, как меня это бесит, вертушка сраная.
Так, здесь же мы на змей, да, охотились? Или это не то место? Так, боже мой, кажется, я почти у цели. Они называют меня дураками, безумцами. Все потому, что я вижу несравненную дальше, чем эти слепцы. Теперь я знаю, я уверен. Я нашел Шангрила. Ну, не то чтобы нашел, но я написал на следующий... На след, очень надежду след. Это вопрос времени. Скоро, очень скоро. Сэр Найджел. Второй груз у меня. Еще один. Ты молодец. Так, как вы, боже мой, надоели все. Сколько вас здесь? Так, одинокая планета Керат, часть 9. Отель Кераты и Кератский гость... Гостеприимство. О кератском гостеприимстве ходят легенды, вопреки бедственному экономическому положению. Большинство кератцев вас, как иностранцев, будут часто приглашать переночевать. Причина в том, что древнему кератскому поверью каждый гость несет с собой свет башунар и заслуживает почитания. От редактора. Чушь собачья. Мне приходилось спать в пещере, чтобы им пусто было. Так, возможно, где-то здесь ящерки. Мы же как бы с вами все-таки в пещерах. Хера под водой не видно. Последний есть. Супер! Теперь неси их сюда! Да, с помощью этой фиговины очень быстро можно бороздить. Вот твой груз. Он будет доставлен по назначению. Спасибо. А, кстати, что там? Медикаменты, оружие, разведданные. Это не важно, Аджай. Важно то, как это будет использоваться. Тайны, тайны, тайны. Ну, задание этого появилось теперь. Или оно было, а я просто не замечал. Вот тоже, блин, делают и горы. Фиг пойми, как на них забраться. Я понимаю, что в Far Cry 3 вообще нельзя было лазить. Ну... Имею в виду с помощью крюка вот это все такое. Но, блин, там этого и не нужно было. Там не так уж много мест, где нужно именно паркурить. А здесь... Уви.
Сори. Приходится. Еще вот некоторые места тоже такие вот камни стоят, но на них не поставили возможность запрыгивать. Где скрипты? Так, в ответ на незаконное уничтожение пропагандистских средств Юма обустроила поблизости новый центр пропаганды. Отыщите и уничтожьте. Пей королевскую погонь! Я вспомнил. Это ж уничтожение. Тяжкое уничтожение всего и вся. Мне бы этот. Пумпку. Пум-пум-пум. Либо базуку. Для этих дел. Я бы такой, чтобы просто C4 везде поставить, да и все. А давайте я так и поступлю. А что, почему бы и нет? Как вы видите, нам позволяют здесь... Почему нет? Могу я их просто раскидать здесь? Считай, сейчас за один этот бабах все уничтожим. Нифига там, вертушка летает.
как я должен с вертиком драться? Ну, блядь. Ладно. Окей. Ну слушайте, C4 для вот таких миссий довольно хороша. Блин, кто по мне там палит? Не слышу, кто... Какой-то снайпер по мне палит. Да что пули насквозь меня пролетают. Нет, боезапас придется покупать. Плохо. Ладно. Так, ладно, сейчас здесь еще гоночку сыграем и пойдем по миссии. Ну, если миссия будет короткой, тогда выполним еще одну побочку. Салам. После этой гонки ты официально станешь полубогом. Я сниму это. И помни, даже на скорости света надо выглядеть круто, пупсик. Куда вот? Ну тут. За мной еще там погоня. Да, на этом далеко я уеду. Какого черта он едет именно на меня? Ну, блядь, едешь ты ровно, едь дальше ровно. Какого ж ты черта творишь? Как же я понять не могу всю эту фигню? Не хочу каркать, но пока дорога более-менее нормальная. Чисто по ровной едем. Мне кажется, я бы на золото выполнил, если бы дурачок вот этот меня бы не вырезался. А, так я и так на золото выполнил. Лол. Неплохо. Молодец, я молодец. А вот там, где нужно пересаживаться, где нужно через кольца проезжать, и ты получаешь дополнительные очки, это уже такое себе, потому что там как-то странно работает. Ты даже пытаешься идеально ехать по трассе, но ты все равно как бы ты не получаешь хорошие очки. А вот в таких почему-то в гонках я, как вы видите, золото уже получаю. Получаю. Ну ладно, то есть у нас еще время есть, в принципе, я думаю. Только 30 минут прошло. Ну, если что, тогда сейчас еще гонку сыграем. И нужно будет отсюда сюда. Кстати, подожди, может я уже выполнил задание, кстати. Во, теперь я могу вкачать, да. Все. 100% способностей. Вот это, кажется, единственные игры в Far Cry, где мы с вами полностью все способности прокачу. Здесь важно только скорость добрести до финиша, как можно, окей. Тоже гонка. Нужна помощь! Только знаете, вот в чем был прикол третьей части. Ты когда делаешь, ну, выбираешь способность, зрители хотят, чтобы это было быстро. Тебе же еще дают этот. Сейчас, ну, пусть татушка на руке увеличится. А вот здесь? А здесь такого нету. Ой, на этом можно легко улететь, кстати.
Он не очень хорошо управляемый. Сейчас на воду, да, едем. Блин, сейчас к храму подъеду, у меня зависнет. Пожалуйста, только не на... Нет, зависнет. Нет, все нормально. Минус скорость. Минус золотом. Или повезет? Повезет, не повезет, 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 не повезет. Не повезло. Ну ладно. Мое дело выиграть. Самое тупое задание, это, наверное, перехват аванпостов, потому что это... Какой смысл? Какой смысл заново захватывать анпост? Не там, где ты избрашиваешь аванпост, а просто... Слушай, а захвати, наверное, сам или с другом аванпост. По сути, самое... Ты можешь больше очков заработать, это убивая всех в ближнем бою, не поднимая при этом тревоги, все. Так. Как вариант, я еще могу поиграть. Или лучше нет. Погнали на задание. Там вертушка есть, сейчас на вертушку сядем, полетим. Чутка будет быстрее. И сейчас пока не полетели, нужно будет сейчас засейвиться. И сохранить и выйти. А теперь можно отправляться. Ну, типа, от греха подальше, мало ли там. Сейчас будем лететь, оно как обычно у нас вылетит. Так, стоять. А, хотя С4 мы и не используем на миссиях. Хотя, я скажу так. С помощью С-шки можно довольно... Байтить врагов. Убиваешь врага, кидаешь туда С4. Его замечают. Трупу подходят и лишь остается нажать на клавишу. И бум. И готово. Я не знаю почему при снижении скорости его поворачивает очень сильно. Я вычислил еще один центр пропаганды. Так что давай делай, что ты там обычно делаешь. Порви их. Лови координаты. Случайный вопрос. Биты используешь? Нет, правда, я знаю, ты носишь ты по всему Керату. Задница бреет, наверное. И белье, небось, по трое суток не меняешь. Ну, некогда. Занятой человек, я все понимаю. Блин. Боюсь себе представить, что там у тебя в промежности творится. Нет, я серьезно. Небось, чешется все так, что на стенку лезешь, да? Тварь хотела сожрать. А чистая промежность — это очень важно для борьбы со злом. Вот же дерьмо, меня что, опять понесло, да? Клянусь тебе, мы проведем обряд. Ну, прости, друг. Ты станешь Тару-Матарой. Ты же мне не скоро мы обретем свободу. Какую еду ты ешь, какой бумагой задницу вытираешь? Это важно, чувак. Так, брат, закроем тему. Ты хотел меня видеть. Спасибо тебе. Все наши успехи – твоя заслуга. Обещаю, я не забуду сына Махана, когда все закончится. Он гордился бы. Слушай. Золотому пути нужен один вождь. Амита неуправляема. Брат,
оглянись. Вот что нужно Кирату. Стабильность, традиции, честь. Но она сомневается в каждом моем шаге. Артиллерия! Аджай, Уткарш под обстрелом! Вперед! Че от меня хотят? О-о-о! Новое задание появилось. Вау! Так, если отправляться туда, так на этом отправляться. Скорее всего, там это, Амита все это делает. Так, я так пролечу. Паш. А здесь уже лучше на своих двух. Оно как раз прогрузится. Аджай, мне нужны люди, чтобы атаковать пушки, обстреливающие Уткарш. Продержись пока сам. Ладно. Пожар, пожар! Бегите! Так, ложь прошлого. В интересах общества безопасности и благополучия эти аварийные сооружения будут уничтожены в ближайшие недели, а их останки вывезут из Уткарша. Работы были отложены из-за террористов из Южной Кореи. Кирата. Юма напоминает, что центр озарения всегда открыт для тех граждан Кирата, которым нужен совет и помощь в наши непростые времена. Да направит вас силы Юмы. Ассоциация озарения. Помогите! Солдаты Пейгана идут! Они нас всех перебьют! Не волнуйтесь, сидите и не высовывайтесь! Я могу просто... здесь спрятаться? Ни хрена себе! Они идут с востока! Ладно, пусть идут. Я просто посижу. Атака с востока! Так, да здравствует король. Юма благодарит город жителей Уткарша за помощь армии и в гвардии короля. Ваша неустанная работа на полях и ткацких фабриках не была напрасной. Королевские знамя Пегана Мина развивается теперь над аванпостами и крепостями Кирата. Да направит вас силы Юмы, Министерство общества работы и торговли.
все или еще кто-то? Ой. Сейчас будет удар. Аджай, в укрытие. Это пушки. В укрытие. Всем в укрытие. Пушки. Я изначально себе это место приметил. Откуда? 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 Я должен понимать, откуда. Атака с востока! А, все, понял. Мне нужно. Атака с востока! Так, где ваш восток? Это охерительное оружие. Это восток? Снова наперед, да, всех расстрелять. О, идут. Там анати не окружают. Тихо, тихо! Не, нормально. Миссия долгая. В смысле, один умер уже? Вторая позиция разбита. Осталась одна. Мы их не найдем, пока пушки не нанесут удар по Уткаршу. Будь готов. А, тю, я же здесь стоял, точно. Я думал, где мои боеприпасы? Просто я по ним ориентируюсь. Где... Запад! Атака с запада! Где они стоят, там типа я. Ну это же, по сути, отсюда. Вижу врага! Они идут с востока!
Бля, крысюха. Пойди, все, а не. Сейчас будет удар. Быстрее, в укрытие! Артиллерия, берегись! Все в укрытие! Последняя батарея уничтожена. Все чисто. Уткарш в безопасности. То, что осталось. Главное, чтоб Хадра цела. Пока она жива, у людей будет надежда, брат. Нужно показать всем, что жертвы не были напрасны. Готово. Так, ну что? Думаю, тогда на этом все. Мы с вами закончим. Кусок мяса, это простое мясо, а целый кусок завершенного мяса. За него должны предложить плохую цену. Сапфиры. Мешочек сапфиров, они словно сочатся ценностью и качеством. Не буквально, конечно, а то было бы неэстетично. Ля-ля-ля-ля-ля. Все. Окей. Что тут, Дим? Давайте, я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.